Я знаю, що ви всі скучали за Саней. Бульба, Сань! Це з Мартиненком бухали колись, года полтора-два назад. Так, Руся! Що, ти говорив, що бухав з ним? Года ти, сука, говорив, що бухав з ним? Ти говорив? Так. Да. Бухав? Да. Бухав? Два-три. Мне кажется, что тебе будет идти без насадки. Ну, как тебе сказать? Блять, уже как профессор. Ну, в принципе, пока что хватит. Голову мою. Я не хочу быть красивым, не хочу быть богатым. Саня. Саня вернулся. Он скинул мне видео в Телеграм насчет правильного питания. Я решил поделиться этим с вами, поэтому всем приятного просмотра. Привет, Валик. Записываю видео тебе с огромной просьбой. Перестань заниматься этой хренью, ерундой. Вот этим псевдоправильно здоровым питанием. Ты ж понимаешь, что это то, что пишут, вот это типа правильное питание, это бред. Правильное питание — это когда человеку в организме всего хватает, абсолютно всего. То бишь всех жиров, углекислот, аминокислот, углеводов, шмобиодов и прочей хуйни. Блять, какую на записи вспышку вырубить. Короче, что я хотел прикрыть? А, да. Не занимайся этим бредом. Ты понимаешь, чтобы человеку нормально все было по организме, по костям, по этому всему, ему надо только по кальцию, белку и некоторых видов аминокислот, ему в день надо съедать минимум 30 яиц отборных. А еще ж все остальное. И ты сейчас портишь просто свой организм. Тебе будет не хватать от этого прочего бреда. И... Ой, блядь. Не надо постоянно питаться. Чтобы нормально питаться, это надо постоянно есть разнообразие круп. Постоянно его менять. И надо есть много. Постоянно балансировать сахар. И вот это правильное питание. Они вот то, что называют... Блин, в день жрёшь по 3 росинки. 3-4, может 5. Может 10. 3 росинки, 2 яичка и варёную грудку куриную. Это ж... Да, ты похудаешь, но организм выест все запасы. А хранилище организма для запасов, блин, оно не вечное. Это, блин... Не склад у Карпочты, он не бесконечный. Что я хотел сказать? Питайся нормально. Жареное, вареное, сырое. Только балансируй. Балансируй. И, кстати, доказано, что... Смотрел я на одном сайте одного ученого. Он доказал, что голодание временно, оно раз в... 2 года оно полезно. Но если постоянно сидеть на минимуме продуктов, и если количество килокалорий меньше нормы, это очень скудно слияет в организм. Очень-очень скудно. Так что лучше питаться сбалансированно, но правильно. У меня будет вот такой вот бутерброд. А ты, мучайся там на салатиках, вареной курочке... Да, я падла. Не то, как пишут, это правильное хуявельное питание, а определенное количество жареного мяса, определенное количество вареного мяса. И это все будет отлично. А если ты хочешь просто согнать жир, перегони его в этот, в мышцы. Спорт, спорт и еще раз спорт. Я не помню, ты на 7-м или на 8-м живешь, тебе, блин, каждое утро не ехать в лифте. А если куда-то идешь пешочком, если куда-то надо недалеко, ну, в радиусе 3-5 года полтора-два назад километров, то нахера тратить деньги на метро, на автобусы, если это можно пройти пешочком или пробежаться. Постоянные пробежки утром, даже
Не, спортзал можно. Лучше, конечно, в спортзал ходить, но можно, блин, обычная площадка, и все тебе хватает. Просто чтобы сбросить вес, не обязательно. Не обязательно. Этот весь бред. И то, что я говорил там в видео своем, что надо уменьшать норму на 20%. Это бред. Я когда-то встречался с этой няшкой. Эта дура, блин, добилась до того, что у нее сейчас анорексия полезла. И она с ростом 175 вроде. Высота 70 миллиметров, ширина 25-30 сантиметров. Вы поняли, да, кто будет заливать это все? Весит каких-то 49 килограмм. Она, сука, тоньше моего мизинца на ноге. И это она просто игралась с килокалориями. 20% меньше нормы, 25% меньше нормы. И это все у нее сейчас болячки. Она сейчас тратит на лечение такие бабки, что ужас. Так что лучше жир перегонять в мышцы. И запомни, если вот это все, вес, рост, были моменты, когда я выглядел абсолютно так же, ну, пузика чуть-чуть больше было, абсолютно так же, и весил 100 килограмм. Мышцы же весят намного тяжелее жира. Запомни, это просто как дважды два. Корочку! Курочку, два отваренных яичка и хлеб с водичкой, со специями. Это идеальный продукт. Бред. Я мозги тебе постараюсь исправить. Кстати, я сейчас нахожусь далеко от Киева. Мог тебя пригласить выходить. Да знаешь, от этой ебаду правильном питании и не пьешь, то зачем тебе жизнь портить? Даже звонить не думал. А вот у нас и шашлычок. И самоход, и еерь холёдный, и абсент, и салку поджаренную, и картошечка, и кулиш. Кулиша 4 раза готовили. Короче. Не страдай хуйни. Давай, всего вам доброго. Блять, какая-то фронталку вырубить, блять.